Всем привет, друзья! С вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Значит, сегодня, ребята, всем советую, только что запустилась бесплатная распродажа на Uplay. Вот, Uplay. Uplay, да, берете, набираете, скачиваете, регистрируетесь. И, ребята, заходите, значит, в Uplay. Тут все, конечно, как типа как в Steam. То есть продаются игры, там все такое. Обновления, DLLS-ки и так далее. Но, ребята, Ubisoft празднует 30-летие, и уже несколько игр он раздаривает каждый месяц, то есть. Вот. И сегодня началась, как сказать-то, бесплатная раздача игры Assassin's Creed 3. Так. Вот мне я в тот раз купил игру, значит. Что-то он не заходит у меня в этот. Он заходит, то есть. Вот, видите. Ubisoft 30 лет. Легендарные игры от Ubisoft на ПК бесплатно. То есть они раздают бесплатно. Вот они с июня месяца раздают бесплатно. То есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, как бы мне вот было интересно, вот эти гоночки, значит, да, и вот Ассасина решил я поставить, поглядеть, что там за бегалка, прыгалка, скакалка, значит, то есть. То есть, ребята, заходите в Uplay, вот, Uplay, набираете, скачиваете, регистрируйтесь, заходите, нажимаете вот UB30, да, и здесь будет, ребята, как-то установить, приобрести игру. И, короче, в итоге устанавливаете, скачиваете. И вот она в библиотеке у меня уже находится с сегодняшнего дня. То есть, и давайте игры. Ассасин, как тут? И играть. Давайте начнем играть. Я что-то начал запускать. Работает тут, ребята, мультиплеер. То есть, по мультиплееру можно колбасить. То есть все практически тоже как в Стиме. Значит, начинал играть, но я там звук что-то убрал и что-то не пошло. Так, сейчас, ребята, сейчас перезаходим. Бесплатная игра, ребята, вообще бесплатно. Так, нажмите любую клавишу, нажимаем. Тра-та-та. То есть даже по мультику можно колбаситься, ребята, всем советую. Не знаю, насколько она хороша, как бы. Я в такие, как бы, можно сказать, ни обзоры не играю, игру практически. Но я думаю, что многим будет очень интересно, к тому же на халяву взять лицензионную игру с мультиплеером. Просто нужно будет зарегистрироваться в Uplay, зайти и галочку поставить, скачать игру и наслаждаться игрой. То есть что-то долго у них идет подключение к серверу. Ну все, подключились. Так что я думаю, что Ассасин. Так, параметры настроек. Давайте зайдем. Языки. Общее. Общее это что? Голос, музыка, кровь. Субтитры. Субтитры, ну давайте не будем включать субтитры. Управление не будем, интерфейс не будем, графику еще глянем. Тут я сейчас все поставил на полную. Оп. Нормально, высокое. Сглаживание, все высокое, да? Все. Назад. Настройки управления кораблем. Ух ты. Так что тут, ребята, даже на корабле можно гонять. Так, назад. Так, одиночная игра. Начать новую игру. Убираем это. Ага, языки переключил. Подтверждаем. Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали. И давайте, ребята, посмотрим, что к чему, как тут вообще. Их никто не принимал всерьез.
А может, стоило. Сейчас пройдет заставочка. Но я забегаю. Enter Escape не помогает, придется посмотреть. С похищения Дезмонда Майлса. Давайте немножко игранем, чтобы вы были в курсе, что за игра, как графика, как тут управление. Зато было наследие, которое он отверг. Ну, бухает. И чуть не поплатился жизнью. Барменом работает и бухает. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индустрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении, правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю. Можно пока историю хлебнуть. До его создания. Победителю досталось главное. Правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем... Ребята, всем советую, ребята. Больше всех нас. На шару игра раздается. Остановить его. Этот месяц станет последним. Заходите, регистрируйтесь. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. Лицензионная игра с мультиплеером. Дезмонд увидел, как жили всем советую. Открыл их секреты. Все это найдете через Яндекс, наберете у Play, скачайте, зарегайтесь и у нас пройдете, как у меня в начале видео, на UB30, скоро мы будем там знать. Раздача бесплатной игры. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет, долго, и что где нам надлежит быть в этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Сразу хочу, голоса, ребята, сказать, кто будет в настройках ковыряться, громкость я музыки не убирайте, иначе известно. Не будет вот этого это текста озвучки. Уберете, будет, вот будет полностью тишина. Поэтому я вот сейчас перезапустился. Он стоит у писал видео, а в настройках убрал музыку и шляпа пошла. И способности Эцио. Так что имейте в виду. Яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь. Если сможем. Угу. Его имя Дезмонд Майлз. Так. И он привел нас к концу. К концу чего? Привел нас к концу. О, ребята, поехали куда-то на машине. Пока еще никто никуда не едет. Все это заставка. О, магнитола. Так, все, приехали. Пойдемте куда-нибудь уже. Что-нибудь поделаем. По заставке обалденно, как бы вот могу сказать, по графике у меня все тут на полный максимум стоит, ребята. Так, я бы сказал, офигенно. Офигенно. Не знаю уж, что дальше будет. Но уже мне нравится. Так что, ребята, все заходите, набирайте у Play. Как оно пишется. Можете сначала видео посмотреть. Ух ты, обалденно, ребята. Не, прикольно. Все там, листики под ногами. Баба коробку тащит. А я иду без коробки. Давай помогу. Телочка. Че встали-то? Все что ли? Значит, наверное, я должен вперед идти. Ух ты. Началось. Раз чудесные чудеса. Опять заставка, ребята. Придется подождать. Давайте уже чуть-чуть посмотрим дальше, чтобы вам было понятно, что за игра и как там все выглядит в дальнейшем. Я думаю, всем будет интересно. Игра с мультиплеером, лицензия. Можно скачивать на шару и колбасить с друзьями. Так, что-то за этой дверью, наверное. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться. Что-то парень ужаса наводит на нас.
в сказку попал, что ли? Так. Прошли. Ага, идем дальше, походу. Так. Куда идти-то? Пойдем пока с ними. Ребята, графика прикольная. Так, походу к дверям, наверное. Оп. Так, клёво какой-то у меня шарик-то. Яблоко и дыма. Думаю, мы здесь. Ну что думаешь, пошли давай вперед. Думаю. Ага. Эй, фонарик потерял. Фонарик возьми. Че, пинать его, что ли, надо идти? Ты не поднимаешь фонарик, парень? Как ты фонарик-то потерял? Ё-моё. Ладно, пойдемте без фонарика. Сейчас как кто-нибудь как выскочит, как выпрыгнет, ё-моё. Он бегать, а не бегать? Ну-ка, Ctrl, пробел, Alt. Не, пока он ходит, ребята. Уже какая-то. Ну что это такое? Все нормально, идем куда-то. Куда идем? Сам не знаю. Что там мне уже тут? Опа. Заставка. Что за ерунда? Ну давай что-нибудь там. Какие-то символы тут, ребята, что-то сейчас будет тут жесть какая-то. Сейчас меня, наверное, куда-то отправят на этой машине времени. Что-то ощущение у меня такое. Так. Музыка, конечно, тут ужаса наводит, но, блин, отключаешь музыку, тогда нет озвучки. Поэтому придется при любом раскладе с музыкой тут. Оба-на. Звездные врата, ребята. Точно. Обалдеть. Что тут за ерунда? Мистическая игра, ребята, вообще. По графике мне пока вообще, по заставке все прикольно. Мне вот интересно, там дальше управление кораблями какой-то там. То есть мы попадем в старые времена какие-то, древние. Ключ нужно найти. От спинтайроса нам, наверное, ключ найти надо. Сэр. Опа. Все. Началось, ребята. Ну вот опять. Опять, короче, что-то. И вот опять. Опа, все, чувак потерял сознание. Дезмон? Ну. Слышишь нас? Слышу. Давайте, поехали дальше. Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. О, нормально. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы... В анимус. Знаю, хорошее слово. Анимус. Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ты давай там дальше уже про... Ага, конечно. А, вот, уходить можно, что ли, да? Ничего. Я где-то, ребята, понимаю. На небесах, я так понимаю. Я знаю, где-то что еще. Знаешь, куда ты идешь-то? Кстати, это ключ. Правда, ну, где он, я не знаю. Где он? Я не знаю, я тоже не знаю. Может, затем она меня и просочила. А давай. Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Пробил. Я проведу пару тестов. Проверю, нет ли серьезных ошибок. Ну ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. До маркера. Идем. Быстрый шаг, пробел. А, он бегает. И чё? Правой кнопкой мыши прыгнуть. Ага, вот как. Ого, нифига он лазит-то, парни. Вау. Ты какой-то прям человек-паук, ё-моё. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Так, лазать, давай лазать. Как нам тут? Фу, где? Чё?
Точно человек-паук, парни. Давай сюда. Куда дальше-то? Вау. Еще паря. Ты давай там. Ну блин, вообще жесть. Ну давайте запрыгни наверх-то как тут. Прыгай. И как? Дальше-то как? Ё-моё. Пипец. Блин, ребята. Пройдитесь через полосу препятствий. Чего надо сделать? И трындец, короче, мне походу. И чё, всё по новой? Блин, вот это жесть, парни. А, чёрт, ты куда полетел-то опять? Вот это пипец. А куда мне дальше-то надо? Не убился, блин. Это условие. Дополнительные задания. Какой-то парень паркурщик, ребята. Какую синхронизацию ты куда там чего? И убей двух тамплиеров. Чем? Чем их убить? Ох ты, блин, я даже не знаю, как парни это сделал. Все, пипец. Вот это жесть. Опять что ли тут прыгать надо? Ё-моё. Давай бегом, парень, давай. Паркур рулит. Ух ты, блин. Так. О, чувак лежит. А? Давай прыгай, бери уж байку. Ну-ка, накати ему. Прыгнуть. Ух. Что ты там? Ага. Сейчас надо как-то парни нам разогнаться, туда прыгнуть, я понимаю. Нужно перепрыгнуть. Ох, вообще! Вообще жесть, на какую сторону тебе перепрыгнуть? Как перепрыгивать-то? Я не знаю, как тут. Сейчас походу опять их вот того. Перепрыгнуть на ту сторону. Пипец, как мне перепрыгнуть-то? Блин, жесть. Не могу врубиться. Да как ты прыгать должен, ё-моё. Сейчас не туда опять ломанешь. Ух ты, ребята, он в натуре паркурщик. Куда ты опять улетел, не туда? И опять с этих хреней начинать надо. Да японский городовой-то я когда-нибудь это пройду. Так, пробел, бежать. Прыгаешь что-то чем? Что-то я уже забыл. Такой. Так, забрались. Прыгнули. Так. Ты нахрена ты сюда-то прыгаешь-то, ё-моё. Залезь просто на эту фигню.
Вот. Оп, не прыгает, как прыгал. Ну-ка, давай как-нибудь тут. Ты ж человек-паук, ё-моё. Все, опять ушел. Блин! Что-то ребята меня начинают тут уже раздражать, это балда. Опуститься, о, пробел. Прыгнуть с пробелом. Залезть, так, есть контакт. Правой кнопкой прыгнуть, опа, есть. Есть, есть, есть. Сюда мы пролезли, но... Что ты не прыгаешь, что дальше? Да пипец, я уже все что-то, блин, не въеду, куда тут надо бежать-то. Давай залазь уже быстрее. И сюда появились, надо туда прыгать. Сюда, я сюда прыгнул, так. Есть контакт. Дальше-то куда идти? Как залезть на эту хреновину? Наверх надо. О, ребята, получилось. Давай залазь. Ух ты, нифига себе он дает. Я даже не знаю, как нажму все кнопки подряд. Вот это, ребята, паркур. Кто любит паркур? Ха. Обалдеть, да ладно, я прошел, что ли? Уровень синхронизации дна. Можно простроить мир. Фу, у меня, смотрите, уже, ребята, в пирата какого-то нарядили, ё-моё. Так, посмотреть процесс. Так, пробил. Бежать он не бежит, ребята, вообще-то. Вообще жесть. Просто игрушка, ребята, вот мне уже нравится. Конечно, да, начало обучения это все. Чтоб прорубиться. Все в порядке, сэр? В порядке, да, порядке, давай. Да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрнч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. На Урале. 43:20 ты приедешь, наверное, да? Парень, давай. Ух, начать. Приглашение, о, сэр. Дискотека, ребята. Взять у вас плащ, сэр. Так, куда идти? Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Прикольно, ребята, вообще. Ребята, мы в древние времена. Куда, куда? Ты нам давай в этот. Ха, нифига, тут боком надо проходить. Если бы такой парень. Ребята, блин, вообще игрулька суперская. Так. Вот это мы попали. Здравствуйте, Хайтем. Привет, чувак. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Нет, мы раньше не слышали. Еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? М. Кого надо найти-то? Вы увидите. А, вот, наверное, в этом.
на балконе. Так, устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Так, придется, ребята, наверное, к нам опять. Я уже нашел. Ладить. Прошу прощения. Простите. Извините. Ну, заберитесь на балкон. Я пытаюсь забраться. Куда тут? Влево, вправо надо. Ага. Я где есть-то? Прыгнуть, ну, прыгай давай, парень. Прыгнуть. Enter. Не прыгай. А, может туда прыгнуть надо? Ну, давай, прыгай, ё-моё. А, вот оно чё, ё-моё. Человек-паук, ё-моё. Дальше надо. Да ладно. Давай прыгай ты куда-нибудь, ты, парень. Ничего себе он лазит, обалдеть. И чё? И куда? Дальше-то куда? Ну, давай, парень, куда-нибудь-то лезь. Ёлы-палы. Там надо наверх. Дальше. Фига там царьки все сидят. Давай, давай, опа. Все, наконец-то. Да ладно, ё-моё. Вот, открыть замок. Так. Пробел у... Что делать надо? Что-то неправильно делают парни. А, двигайте влево-вправо. Ну, я двигаю влево-вправо, чё? А, мышкой двигайте, ё-моё. Что-то я до конца не дочитал. Сейчас могу еще. Короче, какой-то медвежатник этот парень. Паркурщик медвежатник, ё-моё. Так, дальше-то что? Вот тут надо прыгать, я так понимаю. Как я тут дальше-то тебя, парень? Да ладно. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial and makes him risk another without fear or scruple. But all the way, it is a pleasure to be the messenger of comfort to things in affliction. But it is now high time to look about me for a decent execution. Oh. Сейчас чувствую, будет конец, парень. О, здорово, парень.
Здорово, дед. Хейден. Лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Бабки нам будут предлагать сейчас. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Так, походу я его сейчас буду убивать. Эть. Что-то забрал я у него, парня. Мальчик, ты ничего не видел. Во-во. Дал бы парню хоть денег на конфеты, на мороженое. О, все, походу я его там варкнул. Давай беги там, я не знаю, как тебе, в какую. Где убили? Дай пройти-то, ё-моё. Чё, не упускаете? А, мне надо свалить отсюда, вот чё. Давай поскорее бы, надо тоже нам поскорее как-то выбраться отсюда. Дайте пройти, парни, в париках. Давай, давай, что-то он нифига не бежит. Прочь, прочь! Что? Все бегают, я что-то бежать, ребята, не могу. Давай, скорее, скорее. Куда, куда? К выходу? Четко ты что толкаешься-то, ё-моё. Он не бежит, ребята. Чё ещё пихаетесь, ё-моё? Дайте пройти. Прошёл кто-то. О, карета подана. Всё, погнали. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Трогай лошадей, милок. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Короче, грохнули деда за какую-то ерунду. Какой-то амулет. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Что-то они балаболят больше. Понятно. Чем что-то приходится делать. Правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, чтобы не скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам. Успея не раньше. Вряд ли. Благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного у меня мало. Корабль. Конечно. Давайте, корабль давайте. Здесь имена пяти человек, сочувствующих нашему делу.
Так. Каждый одарен уникальными способностями. Их еще найти надо. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Давай уже бегом. Я знал, на вас можно положиться. Можно. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. О, парни сейчас на корабле пофигарим. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Поплывем, а пойдем мы, ребята, на корабле. Плавает одна вещь в проруби. Так. И что опять? Что опять из-под меня надо? Обалдеть. Ну, я... Графика, ребята, вода, смотрите, обалдеть. Супер. Вода как настоящая. Ничем не хуже, чем игрушка, наверное, как похожа на GTA-шку. Мне не помешает пройтись. Вода такая же четко выглядит вообще все. Пушки тут есть? Дайте стрельнуть с пушки, что ли. Звуки такие, ребята, вообще игра супер. Так, что-то тут? Ага. Так. Доброе утро. Доктор, походу. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? Два и в одном. То, и другое. Два в одном. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже. Благодарю вас. Так все трещит тут вообще такой треск обалденный. Так, еще кого-то надо найти. Кого-то я упустил. Где-то кого-то я потерял. Ты? Есть минутка? А, потанцуем. Приятно да. Видеть на борту людей нашего круга. Руперт Мартин, к вашим услугам. Хейтем Кэннон, весьма рад. Кажется, мы вовремя покинули город. Да? Вы ничего не слышали об убийстве в опере? Нет, что конечно, не слышал. До сих пор толком не ясно. Я боюсь, не скоро что-либо прояснится. Мотивы известны? Точно не ограбление. Пробивает. Возможно, пробивает парень тут все. Либо сделки. Или же нечто более... более личное. Кто знает. Но я рад, что уезжаю. В этом городе становится все опаснее. Короче, очканул парень. Так, ладно, идем дальше. Куда тут? Какие-то кубики. То есть тут еще, наверное, сыграть можно в кости какие-то. Ага, тут выхода нет. Капитан Врунгель, е-мое. Да, да, с чуваком тут, наверное, можно. Ну-ка, давайте. Что тут такое? Что делать-то надо? Нет. Нам сюда не надо пока. Вообще обалденно. Какие-то бараны там. Блин, обалдеть, ребята. Сейчас скрин обязательно. Ну, с кем-то потереть тут. С кем из них-то? Ну, блин, кого-то я потерял, парни. С кем-то не потер, а вот. Капитан? Мистер Кенвей. Спасибо, что взяли меня на борт. Прошу прощения, если вам доставили чайки какие-то неудобства. Неудобства, бакалавры. Мягко сказано. Прошу прощения. Из-за вода такой туманчик, ребята, по графике обалденно. Я потерял несколько контрактов. Я не знаю. Давай же нам. Еще бы. Все вы знать одинаковы. Так, идем дальше. Так, тут. И все будет как надо. Что за парни? Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет. Но бунт на корабле какой-то, парни. Мутят.
Вот увидишь. Так, так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Придется с ними, парни, наверное, драться сейчас. В каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Точно, сейчас будет драка, парни. А, драка! Битва! Ником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Ну-ка, давай. Как тебе? Главное, как тут? Как ты ударить-то, ё-моё? Давай! Вот так вот я, олень. Сейчас я тебе жбан-то расколочу. Ха-ха, наколотил. Так, следующий. Угомонитесь, если капитан увидит. Дьяволу капитана! И тебя, мил Санта! Давай-давай. На кого? За меня? Ё-моё, на-ка. Ах ты, конкурина. Давай. Да е-мое, да что такое-то? Вот так вот, парень. Ха-ха-ха-ха. Давай-ка, морячок, тебя сейчас отрихтуем. Готов? Чё? А я тебя не боюсь. Да? Ну давай. Сейчас я тебе накачу, паря. Вот так вот, с коленов. Сдаетесь? Ах ты, гад-то, а. Ты посмотри, он еще с ножом. Плохой расклад. Ах ты, козел, ты долбаный. На-ка тебе. Блин, да ладно. Мака. Ха-ха. Вот так вот, парни. Не знаю, каким макаром. Ха, я у него забрал кинжал. Эти глумы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. Так вот. Всех уволю нахрен. На два слова, мистер Кенвей. Гори на два слова. Да, давай же. Опа. Возьмите ваш нож. Бойся меня, парень. Как я у него забрал, даже не знаю. Все кнопки перенажимал. Так. Потереть надо с капитаном. Мистер Кенвей, от вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер. Дай порулить. И жестокий. Пошли за штурвал. Эй, должен такие тёры тут, ребята, напротив, вообще жить. У меня к вам просьба. Ну, да, прикольная вот игрушка. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Давно уже пора. А, да, вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. Рома. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Так, что надо делать? Ну, что скажете? Вербует меня, гад. Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Яйца. Вам ясно? Ой. Прекрасно. Капитан очканул, ребята. Опа, хлебнули Рома. До свидания. Все. Капитан алкаш. Так, ладно, идем. Кто тут с кем-то надо потереть? Понять не могу с кем. Давайте уже падайте туда вниз. Нет, ребята, надо потереть с кем-то наверху, походу. Да, потереть наверху. С кем? О, с этим парнем. Нет, что ли? Да ладно. Ну-ка посмотрим, что-то у нас есть. А, с рулевым, ё-моё. Привет, матросик. Здравствуйте. Как думаете, нас ждет приятный рейс? Погода теперь тихая, хотя и в это время года случаются шторма.
Но не волнуйтесь, это в худшем случае досада. Пираты да каперы, вот кто меня беспокоит. Каперы? А вы с ними встречались? Да. Но провидение — крепкий корабль с отменной командой. Думаю, все будет в порядке. Так, все, подтерли с этим товарищем, да? Давайте, бегун-то уж... А, все, бегать можем. Давай, побежали, 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 побежали. Оп, туда. Сюда, 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 сюда. Сюда, ага. Опаньки, нашли мы этот ключик. Тарам-пам-пам. Давай, давай. Быстрее там как-нибудь выясняй. Пора уже причалить, наверное, ё-моё. Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Что-то сейчас тут будем беспределить. Что творится? Ага. Пойдем пробивать тему. Опять харчи урезал. Но припасов мало. Нечего баловать. У самого-то ягнят вот и вино. Пока у нас кадеты. Стойте, какой-то мало. И шляпа не снимала. Чё, одной драки тебе мало? Блять, которому я жбан наколотил. Отвали. Ножик отдай. Еще с кем-то потереть тут можно. Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага. Оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейден Кеннелли. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут. Но последние пару раз нам пришлось... туго. Да? Капитан стал экономить, порцию урезал, жалование тоже, груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Разондировали почву. Так, дальше еще с кем-то потереть надо. О. Я тебе ничего не скажу! Ну и зря. У меня есть вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Угу. Это у нас Кок. Что там, рыбушки? Да еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то сзади козы какие-то. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя страхом. Не говорит ничего. Не, игрушка, не ребята, вообще, кто они, любит, знаешь, вот такие. Они, знаешь, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет, найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. Джеймса. А где его найти?
Да прямо у вас за спиной. Сидит на бочонке. Сидит на бочонке. Где он сидит на бочонке? Вы Джеймс? Ага. Хейтон Кенуэй, к вашим услугам. Долго я трём, знаю, парни. Давайте вы... к действию мне нужно переходить. Пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки. Не знаю, что они затевают. Блин, качество прикольное. Думаю, что это скверное. Графика обалденная. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Я тоже. Давай быстрее уже как-нибудь дать. Так. Что там кто свистит? Что за свистун? Добрый вечер. Право руля. Как дела? Дай порулить. Тихо, все. Как и должно быть. Пора тебе забрать. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись. Размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Угу. О, кто-то что уже. Это? Кто-то уже ушел за борт. О, блин, кто-то кидает бочки, кто-то ребята. Выбрасывает груз за борт. Дорогу прокладывает. Пиратам. Так. Что он тут делает-то? И что нужно? Куда залезть? Не сюда. Ты что прыгаешь-то, блин? Скользкий какой-то малый, и шляпы не снимает. Глаза, видишь, прячет, чтоб мы не... Тихо! Вон он идет! Делай вид, что работаешь! С кем потереть этот? Дать к этому? Здорово, вы наваляли Грейсу и Квиллу. Я уже с тобой разговаривал. Пришлось. Я уже с тобой говорил, парень. Оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Милс, к вашим услугам. Хейтон Кеннон. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут. Но последние пару раз нам пришлось... туго. Хорошо, да. Давай уже пошли отсюда. Капитан стал экономить, порцию урезал, жалование тоже. Груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Забавно. Да. Забавно. Так, все уже понятно. Давай к берегу как-нибудь доберемся. Давай, пиши, писатель, про заек. Про каких нахер заек? Что там, еще утро не наступило? 33-й, обалдеть. Не, графика прикольная, парни. Вообще, смотрите, какое море.
Обалдеть. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Ого. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Уже! Они готовятся стрелять! Давай! Живо на шканцы! Готовьте... К ружью. Эй, началось. Давайте мне пушку. Это сигнал. Нас хотят не потопить, а захватить. Понятное дело. Пушкам! Готовьтесь к бою. А вы вниз живо. Почему? Позвольте мне вам помочь. Вы дайте мне ружье. Брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Что-то подозрительный капитан. Задраить люки! Все. Эй, там. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. Дай-ка шпагу. А чего же? То есть... Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили Бобери? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? Заслонный казачок. Так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись хрена со мной честно? Два. Дайте мне клинок. Сейчас будем на шпагах парниться. Что вы этого хотите? Конечно, давай быстрее. О. Сабля у нас, парни, есть. Ух! Придется биться сейчас нам, походу. Сейчас будем четвертовать, парня. Офигеть-то, ё! Давай, мочи его, ё-моё. Давай. Ты куда развернулся-то, эй? Ну так. Давай, давай. Вау! Есть контакт. Зарубили его на 33 куска. Фух. Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Добрый капитан. Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Дуйте в паруса! Дуйте все в паруса! Конечно! Выбора нет. Я не стану. Идем в Бермудский треугольник. Ладно, ладно. Все. Обалденно, ребята, вообще. Да ладно. Я говорил, это безумие. Успокойтесь. Все будет ровно. Я разберусь с парусом. Блин, в натуре как в настоящем океане, ребята. Пошли с парусом разбираться. Давай, рубим его, короче. Рубим канаты. Вообще офигенно, ребята. Да, игрушка. На халяву, думаю, что вообще. Давайте тут крышу захватка. Крепи концы! О, вот за штурвал мы, парни, бежим. Нет?
куда ты там прыгаешь, как дятел? Давай, крепи концы. Блин, океан вообще настоящий, парни. Вообще офигенно сделано. Опа. Так, бежим, 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 бежим. Когда мы уже придем-то, блин, я уже целый час пишу, парни. Обзор. О, блин, ребята, на мачту нам надо. Блин, это вообще жесть. Как нам туда забраться-то? Давай забирайся, ё-моё. Сейчас я за борт еще свалюсь, ё-моё. Обалдеть, ё-моё, не свалиться бы. Вау! Сюда же, да? Ну как тебе, что перелазь давай? Да и японский городовой-то я как-нибудь залезу, но нет. Перелазь сюда-то, эй. А ты перелезешь, нет? Нафиг мне наверх не надо. Как слезть через сюда? Да опять мимо-то, ёперный театр. Все, короче, геройский погиб нахрен. Акулам на корм пошел. Как тебе залезть сюда? Крепитали! Крепи, я бы с радостью закрепил, знаете, просто залезть. А куда только нормально так, блин, залез. Только не за борт, парень. Там акулы. Да прыгайте туда-то, ё-моё. Прыгнем. Тут кто не может. Давай крепи концы, ё-моё. Ой, черт, здесь уже залез. Да как тут камера ты там? Опа, есть. Вау, вообще жесть. Сейчас чувак свалится. Все, матч теперь конец. Что он сделать-то? Я продержусь! Ну, кто тебе виноват? Скорей! Я долго не продержусь! Блин, спасли парня. Это которому уж бан мы наколотили, ё-моё.
тот корабль потонул. Не отрубили мачту. Семьдесят второй день, ребята, уже два месяца плывем, ё-моё. Должны уж причалить, наверное, к берегу сейчас. Нет еще. Хлебцы. Ну. Какая-нибудь холера там, малярия нападет, ё-моё. Так, куда надо? Наверх, нет? Парни. Уже наконец-то, ё-моё. Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Опа. Сейчас нам придется к парню куда-то залазить тут, ё-моё. Давайте залазим, поднимайся. Сказали, ё-моё, поднимайся. Навернешься так, наверное, с концами. Земля! Где земля? Юбисофт. Обалденно, ребята. А вот, ребята, скачивайте игру, обязательно заходите на Uplay, регистрируйтесь, пока есть халява. Ребята, заходите, скачивайте, игра обалденная. Лично мне, вот я как бы не сильно увлекаюсь этими играми, но вполне достойно все. Все офигенно просто. Бостон приплыли, парни, пришли мы. Графика чудесная. Мистер Кенуэй! Да? Чем могу служить? Чарльз Лисар, к вашим услугам мы очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Все отлично, парень, давай. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. Такая обалденная старина, ребята, вообще просто да. Супер. Но он еще в Европе, и я решил, что могу... Барбосы. Только пока его нет. Я думал... Ну, что именно? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Да, тетка с помидорами вернулась. Давай, украл. Ловите вора. Ловите вора, ё-моё. Пойдем как побыстрее, парень. Бостон весьма оживленный город. Как рыбалка, парень. Оп. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улице. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Красненькие это солдаты, ребята. Для начала нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. Надо добыть нам ствол, парни. Карта. Угу. И что надо делать? А, еще карта не открыта. Так, назад-то как? Ага.
О-о, там вода не надо было. Ты такой? Сыграть в игру. А ну стой на месте, негодяй! Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб гонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин. К вашим услугам. Ничего себе. С какими людьми мы тут знакомимся, ребята? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я... Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Запрягай. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Видим. Да. Любопытно. Так, что нам? Куда нам надо идти? Купить. Собой пистолет. Чего желаете, mein Freund? А что есть? Купить. Купить. Наверное, не стрельнет нам надо оружие. Давайте-ка огнестрельное. А сколько у нас бабла, как узнать? Давайте, наверное, саблю купим. Блин, что-то я как-то... Почем сабля? Сабля обычная. Давайте купим саблю. Подтвердить. Все купили. Применено. Огнестрельная. Подтвердить. Все. Затарились, короче. Все, выходим. И что у нас теперь есть? Что-нибудь у нас есть? Савля есть? Пикаль есть? Все. Вперед. О, коняшку достали, ё-моё. Ха-ха-ха! Куда ты, конь? Педальный. Ты чё тупишь-то, Коняга. Так, не то. Как этим конём-то управлять? Ты куда пошёл-то, конь? Сейчас я тебе саблей накерню. Давай, как саблю-то убрать? Ага, во. Так, на коня. Свинью, давайте свинью зарежем. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет, мастер Бёрк сказал, вы скажете сами, что зачтете нужным. Обалденно, парни. Вау! Вперед давай, коняшка. Как тебя ускорить-то? Ух ты! Ребята, игра просто супер. Первый раз в игре. Вообще в играх наконец скачу, ё-моё. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. А сабля, интересно, можно? Ну-ка, барбос. Ё-моё! Обалденно, парни, вообще просто игра супер. Просто супер игра. Первый раз. Давай галопом, чё ты? Обалденно, парни. Приехали.
Как слазить-то, е-мое? Угу. Слезли. Так. Прикольно вообще, ребята. Первая игрушка, что я вот на коняшках поскакал. Довольно-таки забавно. Куда идти-то? Сюда. Да. Я думаю, в следующий раз, ребята, попробуем зайти в мультиплеер. Похотливый сукин сын. Кажется, ага. Мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Мужика пилили, пили. Что-нибудь поесть? Конечно. Рома, давай. А может, вам нужны комнаты? Конечно. Мы уже сняли их. Ах, да. Помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Это указ забыл совсем. Не, жена-то у дядьки злая. Вам нужно что-нибудь еще? Отнесу. Запрек. Так, все, поехали куда-нибудь на коняшках. Че нам тут ходить, бродить? Блин, на коняшке самое прикольное, ребята. Самый вообще прикол просто. Пришли-то. Чуть пихаешься-то. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Слава, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы. Мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Давай. Скажите, где его можно на найти? Коня и поскакали. И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Все. Скорее всего, он там. Давай, на коняшку. Вперед. Чарльз, сэр. Где моя гнедая? Конечно. Где моя гнедая? Побежали. Побежали, давай. Еще не вижу, что я моя. Надо было с кем-то потрендить-то. Ёп. Японский городовой забыл. Ничего. Это на улице будет. Так. Камин сейчас, по-моему. Давай быстрее как-нибудь. Шевелись. Вон он, наверное, стоит этот. Корешуля. Или этот опять с ним опять трендить. Это мы с ним уже терли. Нет, не с этим. Давай уже туда. Ну прыгни ты сюда, ну нет. Блин, конечно, игра вообще, ребята, забавная. Есть смысл приобрести, причем на халяву, причем с мультиплеером или цуху. Всем советую. Вот где наша коняшка? Коняшку стырили, ё-моё. О! Ха-ха-ха! Посрать его, что ли, ё-моё? Да ты чёрт побери! Слезать-то отсюда, ё-моё! Такой олень! Томас Хики? А вы кто? Хейтон Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл.
Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Короче, битва, ребята, опять. Опять битва. Как взять этот пистолет-то, ё-моё? Это не то. Восьмёркой, конечно. Не пойму. Как целиться, ё-моё? Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Я уже убил тебя, парень. О, ружбайку как взять? Бери ружье, дятел. Подобрать оружие. Нажимаю У и ничего. А, вот взял. Залез. Но мне надо ничего бросать. О. Так. Убирайтесь отсюда. Перезарядить. Чего не перезаряжает-то? Ружье возьми, тормоз. Ружье. Во, есть. Ха, перезарядить. Может, такая английская? О-о. Как вас тут? Я могу выстрелить? Может, я тоже. Ого, вот это битва, ё-моё. Сейчас меня тут шатает, походу. Помогайте мне, парни. Вообще, сейчас меня тут ушатает. Вау. Сейчас меня кто-то грохнет, походу. Короче, все как-то получилось назад! Само собой. Назад! Внутри безопасно! Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. Стреляй по бочонкам. А. Где А? Чем стрелять-то? Восьмерка не меняет колесиком. Подобрать ружье. У. Давай подбери ружье, ё-моё. А? Сейчас мы его засадим. Давай огонь. Дальней стрельбы. Ничего не понимаю. А, прицелился. Ты можешь взять ружье-то, ё-моё? Олень. Нажмите А. А. Какая А-то? А, ну. Долго будет ружьём дёргать? Тут ты тормоз перестройки, ёшкин дрын.
Главное, идти никуда не идет, стрелять не стреляет, козел. Как менять это оружие? Может, значит, ребята, не посмотрите управление. Да возьмите хоть ружье, да ё-моё. А. Каму, перезарядились, перезарядились. А. И стрелять. О! Все нормально. Перезарядиться давай. Ка-ка-ка. Где-ка. И что ты его опять, олень, бросил, ну? О! Все, мы теперь пошли. Даже побежали, ничего пошли, да. Выходит, не очень-то тут безопасно. Выходит. Ничего. Бросьте оружие, и я отпущу нас вас накрыли, живыми. Парни. Я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Начинается, парни. Блин. Давай, сложайся, тормоз. Вау! Ух, вообще, вот это дал я, блин. Огня. Блин. Весело. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Весело, парни. Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Беги бегом. Они спросят, от кого? От друга твоего. Я не знаю. Что? Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Я бы еще разбайку, конечно, взял. Жаль, стольких пришлось убить. Да, чертовски жаль. Как подбирать патроны? Зеленый дракон. Выпить охота. Все, больше нет ни у кого патронов. Как перезарядить? Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Кем тут биться-то, ё-моё? Патроны есть? Эй, у них наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Правда. Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Что там наделал тому чуваку? Так я и тех, получается, не обыскал, что ли? Вышел из выделенной зоны. Плохо. И что теперь? Вернулся назад. Зеленый дракон. Выпить охота. Если, ребята, еще шмонатить их можно. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Так, где я ружбайк-то бросил, кто знает. Он вон там! Остановите их! Сию минуту! Ах ты, олень! Эх, забегали! Эй, у них наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали?
облачь, тут мы живем. Куда ты? Бросьте его, блин. Блин. Как перезарядить? А, надо же за этими успевать, ё-моё. Фу ты, ёшкин дрын, то есть ещё видите. Зелёный дракон, выпить охота. Да, восьмая, быстрее, сейчас убьют парни. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Давай, помогай ты, стоишь там. Тюлень. Карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Правда, правда. Вы что, порубал, что чувак, кух вообще. Ой, быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас убить, парни. А, черт побери, давай догоняй. Бабосики, бабосики. Да бросьте его, ё-моё. Заряжайся. Голову сейчас тебе, чувак, ставлю. Ах ты, козел. На-ка. Да ладно. Это всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Бери коня давай. Ах ты, ё-моё. Ну вы что творите-то, беспредел? Что за беспредел, парни?
Давай стреляй, ё. Ёпер, на матарас. Ну. Нету, что ли, патронов? Или чё? Ближе надо подойти, наверное, ё-моё. Ручная. Кажется, это все. Наконец-то, е-мое. Давай бегом. Уехали, забери. Давай. Ее забери. Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Фу ты, блин. Пишем, ребята, 1:36 уже. Держите. Благодарю. На конешке такие не покатался. А теперь, что нужно вам? Ребята, всем советую. Заходите, знаешь, скачивайте в Uplay, регистрируйтесь. Подобное у индейцев. И пока Ubisoft дарит игры, похоже на изделия лицензионные. Выясните, например, сейчас это Assassin's Creed 3. С мультиплеером, со всей ерундой. Возможно. Так что, ребята, посмотрим. Спешите. Томас. Игра прикольная, графика обалденная. Что? Ну, разобраться надо еще. Не читал я управление. Приходится на пульке жать подряд. Иванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Думаю, тоже. Куда идем? С кидачком. Что-то наверху, по-моему, с кем-то надо говорить. Нет, не с ними. Наверное, вообще наверху. Нет. Вон, да, стоит. Добрый вечер. Привет. Вот мило. Ты. Ну, Чарльз, не так уж он плохо. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Барагос. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Где его жена? Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Кобель. Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво. Поехали на коняшке. Давай как-нибудь пошустрее, парень, двигайся. Игра прикольная, ребята, вообще реально. Прелестно. Прелестно, прелестно. Чарльз. Сэр. Аккуратно постучался в дверь. Кажется, не только мы ищем мистера Чёрча. Чёрт, и где он может быть? Что нам делать?
отыскать его. Сейф? Нет. Идем. Фотографию взял. Взял фотографию. Не бегаешь, что ли? Это что, интересно, за полоски такие? Написать его роду, как думаете? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди белого дня. Еще наемник. Что делать-то надо? Ничего на вас не смотреть. Что-то не то, парни. Сделал я что-то не то. Спрячьтесь и послушайте разговор. Как? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди белых дня. На то ты идем. Все возможные вестфальские продукты у Гера Коинга. Все лучшее прямо из Рейланда. Теперь и в ваших руках. Чё опять? Я не успел прочитать. Да ядрен бацан. Наверное, может отсюда нельзя подходить? Да нет. Ну иди ты куда-нибудь, а ядрен батон. Этот дебошка хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Нужно помнить о хороших. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Воу. Понял.
вообще слезли. Это я, блин, сейчас залезу. Вау! Вот это, блин, залез. Обалдеть, парни. Это тема. Вдруг кто-нибудь дознает, что сталось с Бенджамином. Давай слезай. Сейчас башку-то разломаю. Помираешь. Нормально. Коняшка стоит. Коня, коня, лови, лови коня! Слезайте с него, ё-моё. Надо пойти другим путём. Да, скажу я вам, дела здесь явно идут все хуже и хуже. Это точно. Такой сброд по улицам шатается. Только что столкнулся с такой компанией. Ну? Я стоял у южной церкви, и вдруг мимо бегут эти. Один вдруг упал, весь избитый. Я хотел посмотреть, не нужна ли ему помощь, но глянул на остальных и тут же раздул. Может и к лучшему. Эти люди явно из тех, с кем не стоит связываться. В полном порядке. Странно. Они не сказали, в чем дело.
пустяки, дескать. И он скоро вернется домой. Но я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать. Куда они его увели? В вершине холма. Может, в борт есть брашь? Как сесть эти люди? И что, все что ли? Пока я тут ходил, бродил уже. Меня застрелили, ё-моё. Бросьте ему нахрен. Кто-то должен его разоружить. Да, думал, никто не заметит, проклятый вор! Вот черт побери, сколько вас тут. Ах ты козлина.
Вау, вот это рубанул. Я ему не завидую. Незавидная участь. Что они затеяли? Было хорошего. С ними был резчик. Верные стали тихо не путь, чтобы отделать дельца. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Они что, поймали вора? И он говорит. Странно. Мури! Я с тобой разделаюсь! Надо убирать! Черт! Надо срочно убираться отсюда! Хочу кольцо, гаденыш! Улитка! Ты уйдешь!
чертова лошадь. Их было трое, нет, четверо. И все явно с подмоченной репутацией. Они несли пятого. Он был избит без сознания. Томас, дурак, хотел помочь, так его зарезали. И просто ушли. Будто так и надо. Будто все в порядке. Куда они пошли? Я не знаю. Я все пытался остановить кровь и... Постарайтесь же вспомнить. Туда, кажется. Видите? Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научили? Видите ли, это все часть моего воспитания. Орден ставит восприятие во главу угла. Оно направляет бег наших ног, движет нашими руками в бою. Что важнее, оно меняет чувства. И мы начинаем познавать мир иначе. Смотрите, у них полно часовых. Нужно миновать их. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь.
Вот так-то. Короче, ребята, это можно играть, играть без остановки. Неужели непременно нужно супер. Все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам... Короче, ребята, сейчас все, уже выходим. Нужна. Всем советую, заходите у Play, регистрируйтесь. Как бесплатно лицензионная игра продается. Да. Assassin's Creed 3. Графика обалденная, геймплей обалденный, все супер, игрушка прикольная. На халяву, плюс мультиплеер. Ребята, все ребята, всем советую. Кому интересно, конечно, регистрируйтесь, качайте на халяву игрушку. Игра обалденная. Подписывайтесь, ребята, на канал, те, кто видео досмотрел до конца, подписывайтесь группу. В группе будет скоро разыграна игра Спинтайра с лицензия. Все разом. Эй, погодите. Возможно, я поторопился с отказом. Так что подписывайтесь и группу, и на канал. С вами был, как всегда, Драйвер 51 Рус. И сейчас, ребята, я уже буду выходить. Спасибо, кто посмотрел до конца. Игра обалденная. Все-таки всем советую. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь. Все понятно. Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Два часа уже, ребята, пишу, 2:10. Долго буду конвертить, долго грузить. Вы пожалеете, Сайлос, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Все. Так, ну, давайте еще замочим этих пацанов. И все. Как и все художники, иди с миром. Я прикину, с чего бы начать. То-то рады, наверное, ваши. Свободен. Ну, блин, сейчас опять таратурить тут будет полчаса. Кто вы? Кто? Конь в пальто. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чёрч. И я все объясню. Ну все. Все, ребята, вот на этом я заканчиваю свой обзор игрушки. Игра в Uplay с сегодняшнего дня, вот в декабре месяце, да, постарайтесь как бы по-быстренькому там зарегаться. Она бесплатно раздается. В начале видео написано, как куда зайти, как ее приобрести, как скачать. Игра лицензия с мультиплеером. Подписывайтесь, ребят, на канал, подписывайтесь группу. Спасибо за просмотры. Всем удачки. Начинайте колбасить в ассасина. Катайтесь на коняшках. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачки и пока.